Сегодня, 2 октября, состоялась сессия Совета муниципального образования «Белореченский район». Это заседание стало одним из самых важных для района за последние годы. Как сообщалось нами ранее, глава Белореченского района Иван Имгрунд принял решение не баллотироваться на новый срок. В этой связи депутатскому корпусу было предложено выбрать нового главу Белореченского района. В соответствии со статьей 36 федерального закона от 6 октября 2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 25 и 30 Устава муниципального образования Белореченский район, Совет муниципального образования Белореченский район решил избрать главой муниципального образования Белореченский район Федоренко Дмитрия Альбертовича. Подробнее о ходе сессии мы расскажем в одном из наших следующих выпусков. А сейчас к другим темам.